килограммах. Ну, в этой же весовой категории и Андрей Матвеев, наш атлет, выступал, поскольку он был в группе «Б», и там он показал сумму 330 килограммов. Не получилась попытка белорусского атлета. Ну, а что такое 330? Это сумма не очень хорошая. Ну, это, видимо, в любом случае с ней рассчитывать не на что, да? Не, медаль, конечно. В ваших экранах был чемпион мира Пламен Желязков, а вот вновь выходит к штанге Сергей Лавренев. Его заключительная попытка. Даже не получилось. Но для сравнения скажу, что Андрей Матвеев, выступавший в категории «Б», вырвал 145 килограммов всего. Лавренев закончил выступление с результатом 150 килограммов. И вот чемпион мира Пламен Желязков, его вторая попытка. Наш российский спортсмен Андрей Матвеев неплохо толкает. И вот тот результат 185, который он показал, вот этот результат может быть в тройке призеров, но в толчке, во втором упражнении. Посмотрим. Пока мы смотрим рывок, первое упражнение. На штанге 157,5 килограмма, вторая попытка болгарского спортсмена. Большой мастер рывка. Плохо вырвал, но... Тяжелее своего соперника Желязкова, и вот поэтому он стремится вырвать больший вес. Да, создать себе запас для соревнования в толчке. Ну что, справился. И достаточно легко. Выиграл малую золотую медаль в рывке и стал лидером соревнований. Вот так выглядит ситуация в турнирной таблице после первого движения. 160 у Баевски, Желязков 157,5, Леонидис 3, 150. Ну, для сравнения, вот как раз мы видели Андрей Матвеев на восьмом месте с результатом 145 килограммов. И вот болгарские атлеты завершают борьбу за золото. Вторая попытка Голобина Баевски. Первый он толкнул 182,5 килограмма, а Пламен Желязков уже использовал две попытки и во второй толкнул 187,5. Вот сумеет ли толкнуть этот вес? Сумел. Да. Головин Баевский толкает штангу весом 187,5 килограммов. И его сумма 347,5. Он на 2,5 килограмма в сумме опережает Пламена Желязкова. На штанге 190 килограмм. И вторая попытка Валериуса Леонидиса, который тоже пытается вмешаться в спор болгарских атлетов. Ну, это бывший представитель России, Советского Союза. Да, советской школы, да. Валерий Леонов, так он именовал спортсмен из Ессентуков, Ставропольского края. Ну, ему, конечно, сложно бороться с болгарами, потому что в рывке у него было всего лишь 150 килограммов, но тем не менее за золотую медаль вот во втором движении он борется, пока он лидер.
Да, вы совершенно правы. Его задача выиграть золотую медаль, малую, как говорят, в толчке. В сумме двоеборья едва ли он сможет догнать. Ну, Леонидис решает, так скажем, частную задачу, а вот борьбу за общую победу ведут болгары. И вот Пламен Желязков, он по жребию выступает раньше. Боевский, конечно, это не очень... Удержал вес. 192,5 килограмма. Новый рекорд Европы. И сумма Желязкова становится 350 килограммов. 350 килограммов. И вот теперь его соотечественник Боевский хочет, должен, вернее, повторить вот этот результат для того, чтобы обойти своего напарника по команде, давайте так говорить. Да, если он его повторит, вот опять та же самая ситуация, что все в его руках. Боевский толкнет сейчас штангу, он чемпион. Не толкнет, у него серебро. Ну, недаром у штангистов есть поговорка «толчок всему венец». Кто хорошо толкает, тот имеет много шансов на победу. И вот вам подтверждение того, о чем мы говорим. Да, болгары в своей такой между... между собойчики в таком, да, в борьбе между собой, они оба устанавливают новый рекорд Европы. Вот венец их борьбы. И Боевский, Голобин Боевский, толкнув 192,5 килограмма, в сумме набирает 352,5 килограмма и становится чемпионом Европы. У Желязкова серебряная медаль. Вот итоги на ваших экранах. Это уже шестая золотая медаль болгарской команды. Четыре у женщин, две у мужчин. А наш Андрей Матвеев в итоге занимает пятое место, несмотря на то, что он выступал в группе «Б». Его сумма 330 килограммов. И последняя категория третьего дня соревнований. На попытку мирового рекорда 168,5 килограммов идет Хачик Капанаксян из Армении. Он уже вырвал в своем лучшем подходе 165 килограммов, уже стал победителем в этом движении. И вот сейчас он идет на штурм мирового рекорда. Вы оценили, да, его способности в этом, да, упражнении? Да, Хачик большой мастер рывка. Он всегда был в призерах, если так можно выразиться, а в 1993 году был даже чемпионом Европы в этой весовой категории. Правда, она по-другому немножко называлась, 75 килограммов. Вот видите, большой мастер. Да, и в третий день соревнований также мировой рекорд. Ну что ж, это показывает уровень турнира. Каждый день, на протяжении всех трех дней, каждый день бились мировые рекорды. И вот 168,5 килограммов. Новый мировой рекорд в рывке. И автор его Хачик Капанаксян, который стал лидером в весовой категории до 77 килограммов. Ну и вот на ваших экранах таблица результатов. Мы видим, что двум спортсменам, это Георгию Маркову, тут ошибка, это не М. Георгий, а Георгий, да, Марков из Болгарии. Он 162,5, и этот же вес покорился поляку Анджею Козловскому. Ну, а сейчас новый мировой рекордсмен выполнит свою заключительную третью попытку в толчке. Во второй он толкнул 192,5 килограмма. Сейчас его сумма 360 килограммов. Ну, вы говорили, Владимир Иванович, что толчок – это не самая сильная сторона его творчества. Да, к сожалению, так. Но, тем не менее, пока все попытки его были удачные.
Но обратите внимание, он к каждому подходу прибавляет 2,5 килограмма. Это говорит о том, что он не очень уверен. Итак, он завершает суммой 360 килограммов. И отобрать у него золотую медаль может практически только один участник. Это Анджей Козловский из Польши. Нет, мы забыли еще Георгия Маркова, который сейчас в третьей попытке будет толкать 197,5 килограммов. И он легче и Капанаксяна, и Козловского. Если у него сейчас получится попытка, то... Ну, получилось. Получилась попытка. Есть. Вес. Сумма у него такая же, как и у армянского атлета, 360, но он легче. И он становится претендентом на золото. Да, сегодня явно болгарский день, поскольку Козловский, у него тоже сумма 360, но он тяжелее Маркова. И вот Танев. Танев идет на вес 202,5 килограмма. Если он толкнет, он становится чемпионом. Какая борьба в этой весовой категории? Да, толкнул 192,5 и сидел, ждал последнего своего подхода. И дождался. Невероятным усилием, но штангу он удержал. Вес зафиксирован. И Танев обходит своего товарища Маркова. Петр Танев, чемпион Европы. С той же суммой, с той же самой суммой, 360 килограммов. Вот такая была борьба в этой весовой категории. Сразу же 4 участника набрали в сумме 360 килограммов. Танев легче всех, он чемпион. Марков серебряная медаль, Козловский бронза. А наш репортаж на этом подходит к концу. С вами были заслуженный тренер России Владимир Масляев и Николай Попов. До свидания, до завтра. Здравствуйте, друзья! Ирина Комендантская, спортсменка из Мурманска, на ваших экранах. Ее вторая попытка и удачная попытка в рывке. Мы приглашаем вас в испанский город Ла-Корунья, Колизеум, дворец спорта Колизеум Корунья, на предпоследний день чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Сегодня женщины соревнуются в весовой категории до 75 килограммов. Вот первое движение – рывок, и вторая удачная попытка Ирины Комендантской. В этой весовой категории две наши участницы выступают. Вот вторая – Венера Мананова. А с вами в эфире, как обычно все эти дни, заслуженный тренер России Владимир Масляев и комментатор арены Николай Попов. Это наш четвертый репортаж. Не получилось. Вторая попытка у Венеры. У Венеры. Первая она вырвала 95 килограммов. Вот мы, получается так, вот в наших репортажах больше внимания женщинам уделяем. Ну, во-первых, две наши участницы. А во-вторых, все-таки наши женщины именно приносят нам медали и выступают заметно лучше мужчин. Вот такой парадокс. Да, вы знаете, вот тяжелая атлетика женская как бы немного в России отстала, но девчонки так набрали обороты, если так можно выразиться, что вот видите, на этом чемпионате Европы пока они приносят медали больше, чем мужчины. Ирина Комендантская, третья попытка, 100 килограммов вес. Достаточно легко вырывает этот вес и заканчивает соревнование. Ну, все три ее попытки были еще неуверенные, может быть, имело смысл, скажем, 102,5. Вы знаете, 102,5 Ирина вырвала на Кубке России, отборочном турнире перед этим чемпионатом Европы.
Ну, видимо, тренеры что-то увидели такое, что засомневались. Видно, что немножечко подзажали, правда? Даже для неопытного глаза чуть-чуть подзажали тренера. Но обычно это не делается со зла. Это делается в интересах команды. Но Ирина справилась. Мария Такач из Венгрии. Это очень опытная спортсменка. Ей уже 33 года. Много лет она выступает в соревнованиях по тяжелой атлетике. И закончила она... соревнование в рывке. 97,5 килограммов ее результат. Ну, а главное, претендентки, те, кто будет бороться за медали, мы сейчас их увидим, это в первую очередь Каролина Лундал из Финляндии, чемпионка мира прошлого года. Также представительница Турции Суле Шабас. И еще одна участница, испанка Моника Каррио, которая также вырвала 100 килограмм с первой попытки. Да, жалко, что вот Венера вторую попытку, как говорят, испортила. Я не сомневаюсь, что она сейчас зафиксирует этот вес, а то могла бы побороться наравне с другими участницами этой весовой категории. И держи. Да, держать-то как раз она не хочет. Ну что ж, 95 килограммов – это очень слабая заявка на успешное выступление. Мы с вами уже говорили и в наших репортажах из Испании, и в прошлогодних репортажах из Финляндии, с чемпионата мира, о том, что наши женщины, которые заметно отстали в свое время, когда начала развиваться тяжелая легкая атлетика, считалось, что этот вид спорта как-то нам не очень нужен, да? А теперь они, в общем-то, догоняют потихоньку, учитывая, что в Олимпийских играх представительство, вот в Сиднее, представительство стран, число участников от одной стороны будет ограничено у женщин. 4 всего, да? Да. Да, по условиям проведения чемпионата мира этого года, 99-го, команда, занявшая с 1 по 6 место, имеет право делегировать на Олимпийские игры только 4 участниц. Это значит, что те же китаянки, они могли бы в 7 весовых категориях выставить 7 участниц и бороться за 7 золотых медалей. Но их число будет ограничено, то есть максимум золота у тех же китаянок может быть всего 4. Да, конечно. Вы знаете, это очень неплохо, если так можно выразиться. Мудрое такое решение. Это дает возможность другим странам тоже побороться за медали, и даже за золотые. Ну, а сейчас мы видим уже главных претенденток. Вот испанка Каррио вырвала 102,5 килограмма со второй попытки, а это турецкая штангистка Суле Шабас. У нее не получилось. Тоже не держит, не закрепляет штангу наверху. Она со второй попытки вес у нее был 105 килограммов. Это, кстати, результат равный европейскому рекорду. Может быть, поэтому спортсменки не фиксируют. Вот, кстати, тут была ошибка. На самом деле это уже другая участница, Каролина Лундал, о которой мы говорили, чемпионка мира прошлого года из Финляндии. Очень такая экспансивная спортсменка. Всегда очень зло выступает, собранная. Немножко перебросила штангу назад. Ну вот опять у них какая-то путаница, дают титр Манановой. Компьютер, видимо, ошибается. Я же всегда прав. Я помню, что когда она выиграла медаль, золотую медаль чемпионата мира, сколько эмоций у нее было от Финляндии в прошлом году. Просто она у себя на родине выиграла золото. Это было нечто. Ну, она действительно, вот как я сказал, она такая очень экспансивная, она всегда так интересно возбуждается. Кстати, что-то здесь не видно этого. Она так, может быть, еще увидим. Испанка, ее последняя попытка, вес 105 килограммов. Не получилось, она завершает 102,5 килограмма. Что-то
Да, вот видите, вот я вам говорил, что если бы Венера вырвала бы 100 килограмм, удержала бы, она могла бы побороться. Потому что видите, как 105, то как-то не все рвут, а скорее всего никто не рвет пока. Вес такой предельный для девушек. Ну, я еще раз повторю, что это европейский рекорд пока, да, на сегодняшний день. В основном-то по силам все вырывают, а вот ошибки в технике. Все прокручивают штангу назад, никто ее не фиксирует строго вверху, так скажем. Как сейчас. Шабас. Кстати, вес не будет защиты, она набросила штангу назад. И вдобавок она еще скатилась с помоста. Видите, расстроилась спортсменка, она знает это правило. Да, правила надо соблюдать, даже такой ситуации, когда вроде бы уже дело сделано. Но, похоже, все-таки ей засчитали. Вот, во всяком случае, так нет, нас информируют. Не должны, не должны. Вот выполнила она безупречное упражнение, все нормально. А вот теперь смотрите, проворачивает назад, этот вес не должен быть засчитан. Это считается, что упражнение не выполнено. Даже если после команды опустить. Кстати, после сигнала спортсменка бросает назад, то судьи должны поменять белый свет, если так можно выразить, на красный. То есть не считать. Ну вот мы видим как раз... Ну, видимо, кто-то засчитал случайно. Красный был поднят флажок, он так остался за кадром. Ну а то, что этот вес засчитали люди, которые сидят там на компьютере, так это может быть просто, наверное, по незнанию, да? Нет, белый свет включают судьи. Компьютер тут ни при чем. Нет, ну компьютерщик же выдает на информацию. Вот они подтверждают, видите, что красный свет. Наверное, сломалась сигнализация, мне кажется. Видите, они не случайно флажки поднимают. Последний подход финской спортсменки. Той самой, которую мы хвалили. Не так сильно она готова, как была у себя на родине. Помните, как она красиво выступала? Собрано зло. Да, как ни странно, вот она чуть ли не плачет. Практически ни одна из участниц, в общем-то, много очень попыток не получилось пока. И вот... Карио, испанка Карио с результатом 102,5 килограмма становится победительницей в рывке. По 100 килограмм у Шабас, у Лундал и у нашей комендантской. Если посмотреть, кто из них легче. Ирина Комендантская легче. Да, она самая Шабас, легкая. И легче Лундал. Значит, она в итоге выигрывает серебряную медаль, малую серебряную медаль. Ну, знаете, что хотелось добавить, что так в плане, так сказать, надежд у нас с вами, Ирина неплохо толкает. Так что, может быть, она еще выкарабкается, будем так говорить. Давайте посмотрим. Да, тем более, что она неплохо толкает, и, конечно, определенные надежды есть. Но, во всяком случае, мы ожидали, что Маннанова будет выступать лучше, но вот так получилось, что комендантская пока... На втором месте. Ну вот наши все рассуждения оказались не совсем верными. Это вообще уникальный случай, когда участница из группы Б в итоге она становится, выигрывает золотую медаль в рывке. Это получилось почему? Всесилова из Чехии. Да потому что главные фаворитки, они фактически неудачно выступили в этом движении. Так что у нашей Ирины Комендантской не серебряная, а только бронзовая медаль. Ну что тоже неплохо. А вообще бывали такие случаи, вот, кстати, две наши участницы были на экране. Бывали такие случаи, что участница из группы Б становилась чемпионкой? У мужчин бывали. У мужчин бывали такие случаи. Когда спортсмены из группы Б заканчивали, с приличными результатами, большими результатами. И те, кто выступал в группе А, пытались, как говорится, обойти их, и не получалось. Кстати, теперь нам с вами понятно, почему они так штурмовали 105 килограмм и неудачно. Потому что они все хотели обойти, да, вот эту вот чешскую спортсменку. Да. И вот второе движение, толчок. Ирина Комендантская, ее вторая попытка, вес 115 килограмм. Ну, наши обе участницы начали со 110. Пошла, Ира, пошла. И, в общем-то, не торопись.
небольшой вес. Что-то тяжело, да, идет у нее? Да, такое ощущение, что тренеры как бы аккуратничают. Видимо, чего-то мы с вами не знаем, там что-то случилось с ними. Видите, с груди хорошо толкнула, а на грудь и вставала очень тяжело Ира. Сейчас должна выйти Мананова, Венера, если не пропустит этот вес. И Венера, и Ирина начали со 110, такой вес не очень большой. Страхуется, что ли, или что-то, может быть, действительно мы... Да, что-то мы не знаем, потому что, вот, например, Ира Комендантская на Кубке России толкнула 125 килограммов. То есть что-то неясно. И смотрите, как здесь трудно она встает. Очень проваливается внизу, в седе. Это, после этого тяжело вставать. Надо жестко принимать штангу на грудь. Венера Мананова сегодня явно не в ударе. И в рывке у нее всего 95 килограмм. И пока только 110 толчки. Да, только одну попытку она использовала успешно. Это первый подход 95 килограммов, две другие на 100 были неудачные. Вот что-то в толчке тоже действительно не в духе Венеры. Минуты истекли, и тот же вес. 115 килограммов. Пошла мощно. Все, встала, встала, поставила грудь. И выталкивай. И упрись. Может быть, чуть-чуть поправить наше настроение Ирины Комендантской. Все-таки волевая спортсменка. Единственное, что ей мешает, надо чуть жестче принимать штангу на грудь в подседе. Она очень проваливается в подседе, поэтому ей трудно вставать. Ира, может, ты уж слышишь нас? Хотелось бы. Я думаю, что тренеры то же самое ей говорили. Что-то на грудь берет легко, а что она сидит там? Видите, вот, она... И надо сказать, что и в толчке она показала великолепный результат. 127,5 килограммов. В итоге у нее сумма 230 килограммов. Для группы Б это вообще фантастический результат, да? Да, это большой результат вообще не только для группы Б. Это ориентирован для тех сильнейших, которых мы сейчас будем смотреть. И пока еще проблематично. Все ли обойдут эту спортсменку? Это результат приличный. Да, тем более, что они... Все в группе А не очень удачно выступали. Тоже 125 килограммов. Такое впечатление, что они понимают, что им трудно будет бороться с представительницей. Да, ощущение, что они борются между собой и оставляют в покое победительницу. Вот такое ощущение. Ну, это просто, вот вы говорили, что у мужчин бывали такие случаи, а у женщин, чтобы победила... Представительница из группы Б, спортсменка, такого, по-моему, еще не было, да? Да. Тоже толкнула 125 килограммов, и ее сумма стала, как и у Лундал, 225 килограммов. У них остается по одной... Интересная деталь. Мы с вами ведь еще и не видели победительницу. Видимо, увидим ее первый раз только на пьедестале почета. Ну, если она, да. Ну, скорее всего, так и будет. Конечно. Мы рассказываем о соревнованиях весовой категории. И не видим чемпионки, да? Во всяком случае, потенциальной, возможной. Да-да, извините. Потенциальной чемпионки. Ну, держи. Мария Такаш. 120 легче, чем Лунда. Вот такая запутанная ситуация. Они борются с друг другом как бы очно и заочно с Радкой Севсиловой. Совершенно верно. Трудная задача. Но в любом случае Каролине Лундал нужно толкнуть этот вес, очень большой вес, но не получилось. Попытка у нее, и она... Бронзовый призер. И теперь получается, что до соревнований, что у нее сумма всего 220 килограммов, а на соревнованиях показала 230. Вот нашим бы так, да? Да. Да. Ну, совершенно не получилось. Это попытка. У нее серебряная медаль, а чемпионкой становится Радка Севсилова, которую мы действительно увидим только
уже на пьедестал. Севсикова с суммой 230 килограммов становится чемпионкой Европы. Уникальный случай для женской тяжелой атлетики, когда спортсменка из группы «Б» выигрывает чемпионский титул. Самое любопытное, что испанское телевидение не снимает соревнования в группе «Б». То есть выступление чешской штангистки, планов ее выступления не существует в природе. И вот мы ее можем действительно увидеть только на верхней ступени пьедестала почета. Радка Севсикова из Чехии, чемпионка Европы в весовой категории до 75 килограммов. Сули Шабас из Турции – серебряный призер, а Каролина Лундел из Финляндии – бронзовый. Ну, а наша Ирина Комендантская с суммой 215 килограммов занимает шестое в весовых категориях. И вот первое до 85 килограммов. Болгарин Георгий Гордиев вышел на помост в первом движении рывке, когда практически все соперники уже закончили, кроме одного, выступать. И сразу же он вышел к весу 172,5 килограмма. И все правильно рассчитал он? Получается, все правильно. Ну, правильно. Видимо, будут рекорды, раз такое большое начало. Мировой рекорд и европейский рекорд 178 килограммов в этой весовой. Марка Хустера из Германии. Пока в его активе 167,5 килограммов. И он, наверное, будет главным соперником Гордиева. Причем Хустер потяжелее. В этой весовой категории не выступает греческий спортсмен, двукрат олимпийский чемпион Пурос Димас. Достаточно справляется с третьим подходом, с этим весом. Начал он плохо. Да, он не взял в первой попытке. И вот сразу же на 177,5 килограммов идет во второй попытке Гордиев. Если он сейчас вырвет эту штангу, то он будет опережать на целых 5 килограммов своего места. Будем говорить на 7,5 килограммов, потому что он легче. Даже, да, правильно. Да, фактически на 7,5 килограммов. Так, Гордиев сегодня вот... Видимо, на тренировках поднимал и больше, или равный этому вес. Ну, вот. Надо встать. Очередной мировой рекорд. Да, еще один мировой рекорд на чемпионате Европы в испанской Ла-Коруньи. 180 килограммов в рывке. Болгарин Георгий Гордиев. Мы вот видим на... 7,5 килограммов Гордиев опережает Пустера. И, как вы правильно заметили, фактически на 10 килограммов, потому что он, болгарин, легче, чем немецкий штангист. А вот во втором движении толчке у нового мирового рекордсмена дела идут не столь успешно. Он толкнул в первой 200, а 205 во второй не получилось. В общем, толкает он заметно слабее, чем рвет, да? Да, разница 20 килограмм – это очень маленькая разница между рывком и толчком для штангиста такого уровня, как является болгарский спортсмен. Ну, вот, слава богу, справился. Успокоил своего главного тренера Ивана Абаджиева. Вселил какую-то уверенность в победу. Иван Абаджиев не так давно вернулся в сборную европейского рекорда и на 3 всего меньше, чем мировой. Ну вот, возьмет... Он второй год подряд станет чемпионом Европы. Нет, чемпион болгарин. Даже мы с вами затихли. Я не хотел поехать, да? Да было бы интересно. Вот вам, пожалуйста. Смотрите, это сейчас будет радость.
Он очень хорош, вот знаете, все штучки, смотрите, вот он рвет там. Молодец, неужели показушник страшный, смотрите, делает. Ну, показушник, не показушник, а радость, радоваться действительно есть чему. Конечно, конечно, конечно. Он проигрывал, мы говорили, 10 килограммов после рывка. И отыграл эти 10 килограммов. Потом расстреляет всем. Установил новый рекорд Европы 215. И в сумме у него 387,5 килограммов. Он отодвигает мирового рекордсмена болгарина Гардева на... И весовая категория до 94 килограммов. Третья... Заключительная попытка в рывке двукратного олимпийского чемпиона Акакиаса Кокиашвилиса, который представляет команду Греции. Ну, вот для сравнения, 180 килограмм – это как раз мировой рекорд в предыдущей весовой категории болгарина Гардева. Надо сказать, что 180 килограмм в третьей попытке представитель Армении Хакоб Пилосян уже вырвал. Нет, не получилось у Кокиашвилиса. У него в итоге 177 граммов, и он идет на 180. Если он сейчас вырвет эту штангу, то он получит малую золотую медаль в рывке, потому что он легче Хакоба Пилосяна. Два предыдущих подхода были достаточно уверенные. Ну и третий подстать. Вот Олецкий победитель в рывке, 180 килограммов. 180 у Пилосяна, но все же главный фаворит на общую победу, конечно же, как 94 килограмм. Осталось по две попытки у двух участников. И как и предполагали мы, борьбу за победу в двоеборье ведут Симон Колецкий и двукратный олимпийский чемпион, который на ваших экранах, Акакиос Кокиашвилис. И вот ситуация очень интересная. Они в первой попытке оба толкнули по 217,5 килограммов. Сейчас Кокиашвилис заказал 222,5. Но пока Колецкий на 2,5 килограмма в сумме впереди. Да, он немного больше вырвал. И поэтому ему надо повторять вот этот результат. По жребию он выступает вслед за своим соперником. И... Ну, это как бы преимущество. Да, он должен просто действительно... Ну, и вот как мы предполагали, Колецкий... будет повторять. Да, и после этого подхода уже, сейчас я уверен, внимательно наблюдает и тренер, и сам Кокиашвилис за вот этим спортсменом, чтобы определить, на какой вес загнать его, толкнув самому, естественно. Так что сейчас вот многое зависит от того, как он выполнит это упражнение. То есть запас, нет ли запаса после этого. Ну, пока все нормально. Пока трудно сказать. И что бы вы на месте тренера греческого сейчас посоветовали двукратного олимпийского чемпиона? Какой вес нужен ему? Я думаю, что сейчас... ...225 килограммов всего. Да, это странно. Видимо, Кокиашвилис не тот, к которому мы привыкли. Ведь он еще в 1992 году толкал 235 килограммов. Видимо, он уже не тот. Раз всего-навсего 2,5 килограмма добавил к своему второму подходу. Вернее, подходу, который был удачный. Но, тем не менее, сейчас в этой весовой категории это рекорд Европы. Да, вы знаете, я немножечко еще о чем думаю. Вернулся в большой спорт Алексей Петров. Вы знаете такого спортсмена. И он будет выступать именно в этой весовой категории. Я вот смотрю ему по плечу все эти килограммы.
225, 402,5. Сумма одинаковая, такая же и у Калецки. Но у него еще одна попытка. Да, и он, конечно, пойдет на эти же 225. Смысла нет ему рисковать. 24 года Симону Калецки. Он немножко нервничает, это понятно. Ну, опять же, все в его руках. Да, вот смотрите, в который раз, да, спортсмен, если так можно выразиться, сам завоевывает право называться чемпионом. Вот польский спортсмен точно в такой же ситуации. Но осталось немного, точно так же штангу. Ну, надо держать. Молодец, молодец. Вот так вот. Ну что ж, поздравляем польского спортсмена. Он чемпион, двукратный олимпийский чемпион на втором месте. Итоговая таблица. Здравствуйте, друзья. Альбина Хомич, представительница России, на ваших экранах. Сегодня на телеканале «Россия» заключительный репортаж из испанской Ла Коруньи, где завершается чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Альбина Хомич легко вырывает штангу весом 110 килограммов и становится лидером в супертяжелой весовой категории. 9 участниц выступают в группе «А». Большинство из них уже закончили выступление, за исключением Альбины Хомич и представительницы Польши, которую сейчас увидите, Агата Вробель, также начинает со 110 килограммов. И очевидно, что эти две участницы поведут борьбу не только за победу в первом движении, но и за общую победу. С вами в эфире заслуженный тренер России Владимир Масляев и комментатор арены Николай Попов. И вот я хотел обратить внимание наших телезрителей, сразу же обратить внимание на такую особенность, что Альбина Хомич самая легкая из всех участниц. У нее она весит всего 84 килограмма 500 грамм, даже 480. А вот Агата Вробель, ей всего 17 лет, она самая тяжелая, у нее 112 килограммов. И вот, как говорится, чья возьмет такая ситуация, потому что разница в весе огромная. Почти 25 килограммов, даже почти 30. Таковы условия, к сожалению. Что есть, то есть. Конечно же, польская спортсменка будет использовать собственный вес. А Альбине Хомич надо показывать скоростные качества. Вот за счет этого она может выиграть. Только скоростными качествами. Ну, естественно, и воля к победе. Я имею в виду не бросать вес, держать его. Ну, вот насколько серьезная борьба, говорит тот факт, что уже во второй попытке Альбина Хомич идет на новый европейский рекорд. 115,5 килограммов. Пока рекорд 115. Легко справляется Альбина с этим весом. И играющий уходит. Готовится к следующей попытке. Ну, естественно, что польской спортсменке она не просто тяжелее, я повторю, на 30 килограмм почти тяжелее. Ей надо для победы показывать больший вес. Но еще посмотрим, справится ли она с этим или сразу же пойдет на более на больший вес. Ну, тут трудно сказать. Мы с вами не видели подготовку. Спортсмен и тренер решают. Но вы правы. Для того, чтобы выиграть, ей надо показывать больше. Ну вот она и заказала вес больше, но не намного, всего на полкилограмма, 116 сейчас килограммов вес штанги. Ну, надо сказать телезрителям о том, что в сумму двоеборья пойдет 115 килограммов, как у Альбины, так и у польских спортсменов.
рекорд будет равен 116. Если, конечно, случай удачи. Ну, легко справляется по своим весом. Интересная борьба впереди. Может, в третьей попытке замахнуться и на мировой рекорд, а он равен 120 килограммов, килограммам на сегодняшний день. Я думаю, что сейчас дороже выигрыш, а не рекорд. Вот соревнования только начались, но уже дважды был улучшен рекорд Европы в рывке. Ложись в нее, ложись. 117,5 килограммов на штанге. Третья попытка превысить европейский рекорд. Лучше бы сейчас не думать о рекорде. Просто удержать вес, третий подход. Молодец, Альбина. Молодец. Молодец, Альбина. Так она может тренера немножко... Помять, да. Ну, там много тренеров, ничего страшного. Одного помнет, не страшно. Ну, каков ответ? Чем ответит сейчас представительница Польши? Ее 117,5 не устроит. Во всяком случае, в борьбе за малую золотую медаль в рывке. Ей нужно на 120 идти. Ну, знаете, здесь палка о двух концах. 120 можно пойти и не вырвать, значит, проигрывают уже не только по весу, а еще и 2,5 килограмма, итого 5. Поэтому тут трудно. Вот очень интересная ситуация. Вот впервые на этом чемпионате каждый подход и новый рекорд Европы. И новый лидер. Очень интересная борьба уже в первом движении. Что, рискнет она на 120 килограммов? По-моему, ассистенты одевали вес. Да, 120-500. Новый мировой рекорд. Вот по нашим данным, это как бы повторение мирового рекорда. А вот то, что нам дают из Испании, что это новый мировой рекорд. Но... Да. Она 120-500 установила, попросила установить на штангу. А прежний рекорд равняется 120 килограммам. На полкилограмма выше сейчас штанга. Тяжелее, вернее. Ну, да, рискованно. Очень серьезное соперничество. Заявка хорошая, соревнования очень интересные, но рискованно поступает спортсменка. 17 лет хочется рисковать. Да. И создавать какой-то запас, видимо, после первого упражнения. Да, сильный спортсмен. Вот, пожалуйста, вам 4 попытки, 3 европейских рекорда и мировой рекорд. 120,5 килограммов. Во дворце спорта Колизеум Ла Коруня продолжается неравная борьба за победу в супертяжелой весовой категории у женщин. Почему неравная? Да потому что разница в весе между Хомич и Вробель, напомню, почти 30 килограммов. Вот Агата Вробель начинает толчок с веса 135 килограммов, начиная с нового европейского рекорда. Ну, а Альбина Хомич в первой попытке толкнула 130 килограммов. Она уже себе гарантировала серебряную медаль, потому что все остальные участницы, мы их даже не показываем, они далеко-далеко позади. Пожалуйста, очередной рекорд. Рекорд Европы 135 килограммов. Агата Вробель начинает выступление в толчке сразу же с рекорда. Да, и на 7,5 килограмма опережает нашу спортсменку. Ну, в свое время Альбина Хомич была дважды чемпионкой Европы в категории 83 килограмма. И вот сузили, да, до 75, и, конечно, теперь она просто в неравных условиях. Да, конечно, эта весовая категория как бы упразднилась, и Альбина Хомич попала из своей весовой категории вот к тем тяжам, о которых вы сейчас говорили.
не являясь сама таковым, что ли, если так можно выразиться. Ну, для сравнения, разница в остальных весовых категориях где-то 5-6 килограммов. Да, между категориями 5-6 килограммов. Вот Альбина идет 137. Пожалуйста, на новый рекорд Европы. Тут же Вробель его, Вробель установила, и тут же Хомич его собирается превысить. Она просто хочет догнать по результату польскую спортсменку. Вот теперь она лидер, она легче польской спортсменки. Ну, знаете, чем бы ни закончилась эта борьба, ну, это как борьба Давида с Голиафом, да? Да, конечно, вы правы. Ну, я говорю, 30 килограмм разница, и посмотрите, что Хомич делает. А была бы ее весовая категория 83, да, там ей бы равных не было. Ну, что, конечно, обидно. Ну, ничего, еще поборемся, как говорится. Агата Фробер, Полен. Секунд интенту по Агата Фробер, Полония. Альбина Хомич, напоминаю, сейчас лидер. У них сумма одинаковая, но по весу Хомич впереди. Но две попытки у Вробель, а у нашей только одна. Интересно, насколько сейчас, на какой вес она пойдет. Вот все, что мы показываем, все попытки, это новые рекорды. Да, в основном вот европейские, 140. И был один мировой уже. 140. 140 килограммов. Очень быстро прогрессирует эта польская спортсменка. Ну и всего 17 лет. Очень быстро. Видимо, вот ее собственный вес дает ей действительно большие преимущества. Ну, надо признать, и технику у нее очень ровная, хорошая. Вообще польская школа тяжелоатлетики, ведущая школа, она всегда отличалась большими спортсменами. Долго готовится. Уставший пьем! В пьоне быть! Очень долго. Ну, видимо, ответ Альбины Хомич сейчас будет 142,5 килограмма. Другой арифметики для нее не дано. Очередной европейский рекорд 140 килограммов. Ну, как вы и говорили, Хомич идет на 142,5. Остается добавить, что Альбина из города Ангарска, это Иркутская область. Там очень приятная и большая такая школа женской тяжелой атлетики. Работают два тренера, Павлюк и Стариков. Вот они воспитали такую Альбину. Сейчас она радостная, это естественно, она пока лидер. Ну она просто молодец. Она боец, боец настоящий. Боец настоящий. Вот интересно, сумеет ли 17-летняя польская спортсменка сейчас в такой ситуации. Ей нужно на 145 идти, да? Да, конечно. Нет, 142-500 ей тоже достаточно. Ну да, 142-500, правильно. Ей достаточно 142-500. 142-500 ей достаточно для того, чтобы стать чемпионкой Европы. Сумма будет на 2,5 килограмма больше. Ну, видимо, она так и делает. Да, она, конечно, не рискует. Ну что? Долго она готовилась к предыдущей попытке. Альбины в коллекции теперь две золотые и две серебряные медали с чемпионатов Европы. Это титулованная наша спортсменка. То есть вы считаете, что сейчас толкнет? Ну, вот так вот, да. Здесь еще нервишки могут сыграть свою роль. Все-таки, может быть, вес для нее это и не какой-то невероятный. Но, тем не менее, это судьба золотой медали. Знаете, у меня есть такая примета. Вот поплачешь, но, судя по всему, нет, не дано. И вот стопьем! Чувак, чувак, стоп!
мощный спортсмен. Ну что же, я считаю, что Альбина свое серебро сделала золотым. Боролась сильно, и все 6 подходов она использовала. Больше она сделать не могла. Ну, тем не менее, европейский рекорд будет принадлежать Альбине Хомич, поскольку 142,5 килограмма она толкнула первой, и рекорд будет у нее. Да, вы правы. Вот такая очень интересная и захватывающая борьба, которую мы видели в женской супертяжелой весовой категории. У Альбины Хомич серебряная медаль в двоеборье, золотая в толчке. Ее сумма 260 килограммов. Для сравнения, у бронзового призера в двоеборье, представительницы Украины Виты Рудинок, на 25 килограммов сумма меньше, хотя весит она на 15 килограммов больше, чем наша участница. Ну, добавить к этому просто нечего. Ну что ж, наши женщины выступили неплохо. Одна золотая, две серебряные медали. У мужчин пока ничего нет. Может быть, вот здесь, в весовой категории до 105 килограммов, что-то получится у Вячеслава Ивановского из Новосибирска, прошлогоднего чемпиона Европы. Вот удачная его третья попытка. Вес 185 килограммов он вырвал. Со второй у него не получилось. Ну и надежды сохраняются, да? Да, конечно, конечно. Но с этим результатом 185 килограммов Ивановский только четвертый. И вот последняя, третья попытка Дениса Готфрида из Украины. 192,5 килограмма. Если он сейчас вырвет эту штангу, он выигрывает. Да, похоже, он выигрывает соревнование в рывке. 192,5 килограмма. Он на 7,5 опережает нашего атлета. И двое еще, Емельянов из Беларуси и Матиас из Румынии, набрали по 187,5 килограммов. И вот второе движение, толчок. Лидер наших соревнований Денис Готфрид. Его первая попытка 222,5 килограмма. Пока неплохо складываются дела у нас в этом движении. Дело в том, что Емельянов из Беларуси, Владимир Емельянов из Беларуси, который был третьим в рывке, он получил баранку. Да, удержал он этот вес. И 222,5 килограмма. И, может быть, это уже принес ему... Уже первая попытка, может быть, принесла золотую медаль, поскольку он опережал нашего Ивановского на 7,5 килограммов. И он легче. А вот румын Матиас, который был вторым в рывке, он толкнул только 210 килограммов и тоже не принимает участие в борьбе за медали. Вячеслав Ивановский пока на втором месте. И вот его заключительная третья попытка. 222,5 килограмма. Вторая у него просто не получилась. Вот надо толкнуть сейчас этот вес, и это тогда будет хорошей заявкой на серебряную медаль. Ну и надо сказать, что это по силам Вячеслава. Немножко вперед толкнул, сбросил штангу. Но артист. Ивановский завершает соревнование с суммой 402,5 килограмма. Пока это вторая сумма. Мариус Зедра из Польши, если он сейчас толкнет во второй попытке 225 килограммов, он опередит Вячеслава. У него пока сумма 400. Да, вот уже в который раз спортсмены доказывают, что владение таким упражнением, как толчок, очень много значит. Похоже, что толкнет.
4 числа бронзовая медаль. Ну и бронзу у Вячеслава может отобрать Мартин Тисович из Словакии. Это его третья заключительная попытка. 225 килограммов. Толкнет, и мы остаемся без медали. А он может стать серебряным призером, поскольку он легче предыдущего польского спортсмена. Отобрал, к сожалению, и в этой категории мы остаемся без медали. Ну, а это заключительная попытка чемпиона Европы Дениса Готфрида. Он толкнул 227,5 килограммов и набрал в сумме 320. Победная сумма украинского атлета. Владимир Иванович, у меня, конечно, совершенно справедливо поправляет. 420 сумма Готфрида. Зедра на втором месте, Тисович на третьем, а Ивановский только, к сожалению, четвертый. Ну и вот завершает чемпионат самый интересный весовой категории. Супертяжеловесы. Правда, среди них нет нашего олимпийского чемпиона, чемпиона мира Андрея Чемеркина. И его подменяет, если можно так сказать, Сергей Флерко. Он на ваших экранах. Его вторая попытка. В первую он вырвал 185 килограммов, вторая 192,5. Пока нет ни одной медали, к сожалению. Вот не получилась попытка. И здесь тоже может не быть. Что-то получается совсем неудачное выступление нашей мужской команды. Да, вы знаете, я не припомню не только за свою бытность тренера, но и за всю статистику, которую я вел, чтобы с чемпионата в Европу мы приезжали без медалей. Последняя попытка Флерко. Так что у нас уж все так безнадежно выглядит, получается? Нет, ну зачем так говорить безнадежно? Если так можно выразиться, в резерве элита тяжелой атлетики не только России, но и мира. Это Алексей Петров, который вернулся на большой помост. Это Евгений Шишляников, чемпион Европы. И, наконец, Андрей Чемеркин, чемпион Олимпийских игр и мира. Ну, им же надо, вот чемпионат мира будет в Афинах, видите, не взял. Надо же как-то готовиться к чемпионату мира. Где? Вы знаете, пользуясь случаем, хочу сказать, что 24 мая в Москве состоится международный турнир под названием «Три богатыря». И вот туда все эти ведущие спортсмены готовятся. Кстати, всех любителей тяжелоатлетики приглашаем. Дворец спорта «Измайловский» 24 мая. «Три богатыря» ждут своих болельщиков. Ну, а Сергей Флерко завершает рывок. 185 килограммов. Это, конечно, результат невысокий. Ну, а главный фаворит супертяжи, это, конечно, Ронни Веллер. Серебряный призер Олимпиады в Атланте. Мировой рекордсмен в двоеборье. Его мировой рекорд 465 килограммов. Он же мировой рекордсмен в рывке 205 килограммов. И вот его третья попытка. Он начинал со 190, взял, потом 195. И вот завершает он соревнование в рывке. Грех, 200 килограммов, и Ронни Веллер становится лидером. Но еще одна последняя попытка у Ашота Даниеляна из Армении, у которого во второй попытке 197,5 килограммов был результат.
Вот он, Ашот Даниилян. Он самый тяжелый среди всех участников, и он идет на 202,5 килограмма. Если вырвет, он выиграет малую золотую медаль в первом движении, в первом упражнении. Ну, подтверждает Ашот звание, так сказать, мастера рывка. Он действительно мастер рывка. Мы с вами обсуждали, но вот и на чемпионате мира в Финляндии мы видели, что в толчке он, конечно, гораздо слабее. А он очень слабый в толчке. Итак, завершились соревнования в рывке. Лидирует Даниилян 202,5, у Ронни Веллера 200 килограммов. Вот супертяжеловесы выступают уже во втором движении, в толчке. Сергей Флерко в первой попытке толкнул 225 и пошел сразу же на 235, но, наверное, это уже как бы вынужденная мера, если он хочет за что-то бороться, ему надо большие веса уже толкать, относительно, да, конечно. Конечно. Ну, что хочется сказать, что Сергей Флерко, в общем-то, будем говорить, не то чтобы опытный, но такой обстрелянный уже спортсмен. Его лучший результат в толчке 240 килограмм, поэтому не случайно можно, как говорится, подойти к такому весу. Вот. Можно еще сказать, что Сергей Флерко в 95-м году был третьим на чемпионате Европы. Попытка явно не получилась. И вот Сергей Флерко завершает выступление. Все те же 235 килограммов. Давно не выступал, Сергей. Давно не выступал. Отучился работать со штангой, сопротивляться. 410 сумма Сергея Флерко. Но эта сумма, может быть, в лучшем случае он будет пятым или шестым. То есть можем мы подвести выступление, итог выступления наших штангистов. Бесславное выступление. Ни одной медали. Это впервые за всю историю чемпионатов Европы мы остались без единой награды. Ну, а борьбу за золото ведут Ронни Веллер и Ашот Даниилян. Даниилян в первой попытке толкнул 235, а Ронни Веллер 237,5. Пока у них сумма одинаковая, но Даниилян значительно тяжелее. ...240 сейчас на штанге. Вес засчитан. Ну, значит, мы говорили, что он толкает неважно, но все, как говорится, относительно. Да, относительно. С ростом веса, видимо, прибавил и в технике толчка. По сравнению с тем, что мы видели на чемпионате мира в Финляндии, он сейчас гораздо, да, спрогрессировал, увереннее толкает. Но все, так сказать, растут. Олимпиада не за горами. Да, сейчас все прибавляют результат. Лидер 442,5 килограмма. Ашот Даниилян выходит вперед. Ронни Веллер, его вторая попытка, 242,5 килограмма. То есть он подстраивается под Данииляна. То есть это, если он сейчас выполнит этот, вторую попытку, он догоняет по сумме и выходит вперед, поскольку он легче. Ну, такая простая штангистская тактика. Малой крови такой. Не обязательно поднимать больше, достаточно поднять столько же. Она оправдана, она экономит силы. На прошлом чемпионате Европы Веллер толкнул 260 килограммов. Ой-ой-ой, что-то случилось с ногой. Да, вот это, похоже, травма. Да. Что-то случилось с ногой. И вопрос в том, сумеет ли он выйти на... Ну, теперь едва ли.
третью попытку. А если это так, то Ашот Даниилян становится чемпионом, получается? Да. Но не будем забегать вперед. Да, конечно, на несчастье нельзя строить. Но это наверняка серьезно. Ронни Вейер не тот человек, который бы просто так бросил штангу. Он умеет бороться. Мировой рекордсмен в двоеборье. Давайте вот посмотрим сейчас на повторе, что же произошло. Пока все нормально. Ага, вот что-то непонятно. Нет, так трудно сказать. Вот эта правая нога, на которой был упор, она такое впечатление, что подвернулась. Да. Но вот в этом ракурсе мы ничего не увидим. А кстати, он за сзади стоящую ногу схватился. Да, ну сейчас трудно сказать, сумеет ли он выполнить третью попытку. А мы сейчас смотрим заключительную попытку бронзового призера Виктора Щербатых из Латвии. 242,5 килограмма. Ну, я, может быть, даже сейчас забегу вперед. Дело в том, что мы как бы считали, что у Ронни Вейер все у него будет нормально. Но поскольку он сейчас не взял вес, то появился шанс и у Виктора Щербатых. Так точно. Толкает 242 500, его сумма становится 440, и он, естественно, обойдет Ронни Вейера. Тут как судьба спортсмена. Но пока не подсильный этот вес. 435 килограммов. Его сумма – это бронзовая медаль. Ну, чем ответит чемпион Европы новый, спортсмен из Армении? Ну, мы пока не знаем. Или вы уверены, что Ронни Вейер уже не выйдет на третью попытку? Конечно, он не выйдет. Ну, зачем накануне Олимпиады так сильно проигрывать? Любой тренер пожалеет своего спортсмена, тем более такого, как Вейер. Ну, они говорят, приготовиться Даниилену. Да, потому что по всем правилам вызывается Ронни Вейер. Ведь никто же не хочет, как сказать, просто не вызвать. Обязательно вызывается Ронни Вейер. Да, побежали. Мы видим, как тренеры побежали. Конечно, для них это очень неприятный момент. Травма. И вот Ронни Вейер приглашен, но, судя по всему, он не выходит. Да, тренеры выводят Ашота Даниилена. Да, Ронни Вейер выбывает из борьбы. Он серебряный призер. Ну, а Ашот Даниилян уже в ранге чемпиона Европы. Сейчас посмотрим, на какой он вес. Ашот Даниилян, Армения. Да, слышно. 245 килограммов. По дворцу 245 килограммов. Ну что ж, сейчас он на подъеме должен быть. Он досрочно выиграл золото. И мы, может быть, сейчас посмотрим, насколько он... Боец сам с собой? Боец сам с собой. Насколько он, в общем-то, вырос в этом втором движении, в толчке. Нет, он, безусловно, вырос. И нет сомнений. Я даже прошу извинений за то, что я сказал такую фразу. Он действительно очень прилично прибавил не только в толчке, но в технике толчка. Действительно, вот та прибавка в весе, в собственном весе, она ему послужила определенную положительную роль. И в любом случае сумма 442, которую уже имеет победитель, чемпион Европы, это уже сумма неплохая. Конечно, он сейчас борется за увеличение этой суммы. Это же его собственный результат. Он покоряет следующую вершину своей. Ну что, неплохо. Взял на грудь и встал. Видите, он немножко виловат. Вот раньше он толкал еще хуже. Как-то через руки проходит. Нет, все хорошо. Ну вот, пожалуйста, 245 килограммов. Это значит, что соперники готовятся, они тренируются и к чемпионату мира и, главное, к Олимпийским играм в Сиднее. Вот
Штангист, который совсем недавно на чемпионате мира в Финляндии на нас произвел не очень хорошее впечатление именно вот в толчке, здесь он уже совершенно другой, да? Да, конечно, да. 245 килограммов – это достойный результат, и сумма очень неплохая. 447,5 килограммов, и с этой суммой Ашот Даниилян становится чемпионом Европы. Ронни Веллер – бронзовый призер, Виктор Щербатых из Латвии. Нет, серебряный призер Ронни Веллер из Германии и бронзовый Виктор Щербатых из Латвии, 435 килограммов его сумма. Поздравления чемпиону. А наши репортажи из испанского города Ла-Коруньи на этом подошли к концу. С вами были заслуженный тренер России Владимир Масляев и комментатор арены Николай Попов. До свидания. До свидания. To the warming up room for the closing ceremony.